теплицах Чувашии началась резка главных вестников весны – тюльпанов. К 8 марта разноцветные бутоны поступят в магазины и киоски в увеличенном объеме. А вот жителям Цивильска далеко за букетами ехать не придется. Там в одном из агрохолдингов Чувашии выращивают тюльпаны разных сортов. В царстве весны побывала Ирина Волкова. Круглый год у нас весна. Как очень хорошо у нас работается. В коллективе очень хороший. Все друг друга понимаем, уважаем и шутим. Как тут не радоваться, когда с заснеженных улиц попадаешь в плюс 15. Вокруг буйство красок и царство зеленого цвета. Каждый год, каждый раз это для меня как праздник. Вот сегодня пошли тюльпаны, они пройдут, потом сейчас пойдет рассада. Видите, все цикл за циклом. Чтобы красота вовремя зацвела, луковицы сажают еще в октябре. Два месяца они укореняются и дают росток в холодильнике. И только после отправляются в теплицу, где при влажности 70% и ежедневном поливе крепнут и вытягиваются. Мы собираем только эти желтые тюльпаны, созрели, которые зеленые не собираем. А сколько они еще будут стоять в заднике? А скоро, через 2-3 дня они уже все созреют. Полностью импортозамещением это дело, конечно, не назовешь. Луковицы родом из Голландии. Их закупочная стоимость, как и сам процесс выращивания, в этом году подорожали. Покупателю букет, соответственно, тоже обойдется по другой цене. Самые востребованные цветы – это красные, желтые, белые. Ну, которые же ранее первые собрали, они, конечно, уходят там на 23 февраля. Ну, на 23 февраля уже мало это будет. Вот на 14 февраля. Потом... Но вот на 8 марта, там уж немножко зареализуем, у нас свои магазины есть, там мы их реализуем. Цветут тюльпаны уже в холодильнике. При температуре плюс 5 они могут храниться до месяца. И интересный факт, при этом они продолжают расти. Это заметно по отдельным вытянувшимся цветочкам, ведь упаковывают их точно по размеру. Кстати, специалисты советуют брать еще не распустившиеся бутоны и ставить их в холодную, лучше талую воду. Такой букет распустится на ваших глазах и простоит больше недели. Ирина Волкова, Валерий Резюков, Республика.